этой станции вообще, походу, никого нет. Что, только мы вдвоем, да, и все? Охренеть. Нет, просто можно себе представить, что мы одни на все вагоне тут. Надо пройти в начало или в конец и оттуда сфоткаться. Чего? Надо пройти в начало или в конец и сфоткаться. А я снимаю как раз. Ты мне предлагаешь пройти? Ну, надо в начало уйти. Там. А там, а все равно, ну давай я туда что-ли пройду, когда я думаю, поезд тронется, естественно. Я просто пойду в начало и смотрю. Ну хорошо, иди тогда. Ну как иди сюда. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — народное ополчение. Ношение масок во время поездки по-прежнему обязательно. Надо успеть до народного ополчения, пока мы тут одни. Я просто бегом. Что, пойдем? Куда? Ну, в конец. Включаю. Ну, пошли давай тоже включать. Надо успеть до народного ополчения, а то сейчас народ то точно сюда. Мы вообще от них, походу, едем. Нет, гляньте, никого здесь вообще нет. Ой. Да, я чуть бандон свой не забыл. Хорошо, здесь никого нет. Ну, это один со мной только. Вообще, это надо такое, а? Редко когда так попадешь. А что я говорил, почему? Поэтому в чёрке заснять такой момент было. Да. Так. Станция «Народное ополчение». Ну, сейчас посмотрим. Давайте. Да, вот теперь точно. Угу. Вот и покатались. Ну все. Пойдем, может, в середину. Да, осторожно. Двери закрываются. Следующая станция — Хорошовская.